Добрый день, уважаемые друзья. Что на дворе? У нас сегодня 29 апреля 2023 год. У нас теплая погода, хотя сегодня утром было плюс 4. Чеснок взошел практически полностью. Взошел. Во всяком случае, начали проявляться и проклевываться рядки на обоих участках. В общем-то, 26-го посеял горчицу на сидираты. В общем, здесь по рядкам тоже видно. Чесночок всходит. Ну, процентов где-то, наверное, 85, может быть, 90 его выросло, вырезало уже. Вот, даже стала всходить воздушная бурбочка. Ну, ее пока плохо видно. Но отдельные, скажем так, экземпляры уже появляются. Не везде. Но у нас это не тепло. Пошло все в рост. Вот здесь я помимо того, что посеял, также еще забаранил все участки. В этом году очень много соломы, прошлогодних останков, остатков растительности. В общем, сеется болот, я думаю, не очень хорошо. Вот если вот присмотреться, вот она. Вот она пошла. Вот видите, бубочка. Она как бы рядками тоже идет такими. Ну, практически вся взошла. В общем, сейчас хочу вот тяпочку запустить и провести междурядную обработку. Как бы с этой стороны все видно хорошо. Вот здесь только похуже. Ну, местами чесночок. Видите, выходит только-только-только еще. Ну и почву надо, конечно, подработать. Ну что, друзья, процесс пошел. Все, 4 рядка прополол. Тут слепая выпало несколько штучек. Вот даже одна на поверхности тут не взошел еще. Ну, я его это немножечко задел. Вот так вот, в целом, неплохо получается. Единственный только минус, что у меня, оказывается, масла нету для двухтактников. Вот там остатки было, сколько сейчас в баке есть бензина. Доработаю и все. Thank you.
Так, ну больше половины сделал. Осталось-то всего два рядка у меня. Вот. Один даже, по сути дела. Но у меня закончился бензин. Тут вот междурядка была широкая. По два раза проходил. Вот этих вот три. Три рядка. Тут еще по краю. Надо бы пройти. И все. Ну, бульбочку пока рано трогать. Вот тут, собственно говоря, рядочек один надо пройти, и там вот до палки два еще. Все остальное здесь бульба. В принципе, у меня есть еще мотоблок с фрезами, переделами под колею 30-32, по-моему, там. Можно его попробовать. Но посмотрим. Если в район не съезжу за маслом, можно, в принципе, мотоблоком попробовать. А так вот видно на лицо разделочка. То есть сам мото, вот такая вот мототяпка для работы именно вот на орхлении таких культур, как вот в частности чеснок. То есть нормально работает. Влага еще есть в почве, ее достаточно много. Сегодня фрезеровал огород там у соседей. Ну, сыровато. Уже на каток налипает и на фрезу. Дома тоже немножко там проехал два раза. Так чисто. Ну ладно. Итак, пригнал старшего собрата. В общем, того оба агрегата показали себя самым наилучшим образом. Единственное, мотоблок чуть у него шире захват. Вот здесь вот междурядка широкая, нормально. Вот в узкой междурядке, но он тоже как бы вот здесь для него нормально. Вот это вот. Там, по-моему, 33 что ли сантиметра у нас сделаны лапы по дискам. Но там участке попробовал, там чуть-чуть узковато вообще идет впритык. Ну, как бы пойдет. То есть будем иметь в виду, чуть пошире междурядку, то есть делали все вслепую, когда я делал маркер. Ну, то есть у меня там культиватора не было, его я делал зимой этой. Ну, в принципе, рабочий момент, вот видно, им, конечно, быстрее, производительнее. То есть он не такой шумный, как мототяпка. Но вот работает, подоказали оба они, что взрыхлил. Вот сразу же сейчас начал работать им чуть поглубже, и снизу прям чувствуется, что... Влаги еще очень, там много в почве. Вот, и почва достаточно такая еще холодная. Ну, как-то так. Ну, а бульбочка здесь подойдет, когда появится. Вот, сейчас вслепую обрабатывать просто не захотелось мне. Подойдет, а когда выскочит, может быть, и через несколько более-менее будет. Также мототяпкой. Ну вот я прошел, говорю, здесь вот три раза получается, здесь вот и вон там по краю.